мама мия, добрый день, девчонки, добрый день. Посмотрите, какое сегодня море прозрачное после вчерашнего ливня. Нет никаких водорослей больше новоявленных. Посидела в этой водичке вот здесь вот. Вот здесь вот. Потом смотрю, есть маленькая медуза. Где-то 3-4 сантиметра. Эти маленькие медузы, они это очень сильно кусаются, больно. Вот штиль, да, так классно, но от того, что медузы, сейчас надо бояться. Вот где-то здесь она плавает, пока сидела. Интересно, куда она ушла. Маленькая медуза. Зато водорослей нет. Ну ладно, полежу на солнышке, свежим воздухом подышу. Добрый день всем, девчонки. Добрый день от казашки из Италии, с Адриатического моря. Ну что ж, могу сказать, что должна была вернуться в воскресенье в Падово, но, к сожалению, опять 25 каждый раз, когда я возвращаюсь через месяц или приезжаю сюда, все время забастовки поездов. По-итальянски называется «шоппера ди трени». Это какое-то или наваждение, или какое-то проклятие. Я в шоке просто. Так и так какие-то политики здесь собираются. Так и так с четверга по субботу все дороги будут перекрыты. И все такое. И теперь придется уезжать в субботу. И если в воскресенье это забастовка поездов, это знаете, сколько людей поедут именно в субботу, тем более месяц, начало месяца июля, отпуска у всех, плюс туристы со всего мира. Это будут миллионы туристов на поездах, потому что здесь же есть Словения, Хорватия, Италия. Они туда-сюда на поездах ездят, все эти туристы. Даже, наверное, буду стоять до Венеции в поезде. 2 часа. Я решила сразу, когда приеду в Местре, это около Местре, это спутник город Венеции, 5 минут от Венеции, тоже на берегу Адриатического моря, но на земле, не на полуострове. Венеция на полуострове. Между каналами. Короче, я решила сразу же в субботу поехать в Венецию. Тем более начинается официальная распродажа 6 июля с субботы. И у меня есть кое-какие планы. Потом увидите. Если честно сказать, я все-таки дождалась, что будет 30% распродажи. И все-таки, чтобы не продали, онлайн купила это платье за 417 евро, по-моему. От 590 вышло 417. Я уже деньги им отправила, они мне отложили это белый сарафан, этот, как его называется, Изабель Моран. Сразу же переоденусь и в своей шляпочке от Макс Мара, в своих шлепанцах буду такая вся мадам ходить. Мамзель, мадам ходить по Венеции, пойду по другим еще там. Конечно, там будут миллионы туристов, но ладно уже. Потому что в воскресенье невозможно будет поехать, нету поездов. В воскресенье забастовка 7 июля. Даже из Падовы в Венецию невозможно будет поехать. Но может в воскресенье я поеду с Мелиссой в термальные воды, а в понедельник мы должны поехать с моим сыном, невесткой, с Мелиссой. Может и римлянин присоединится, может поедем на море. Так как у них выходной только... У моего сына с невесткой выходной только по понедельникам. А я, как всегда, вот стараюсь, чтобы они побыли хотя бы один день, целый день
с утра до вечера с Мелиссой, с их дочкой, с моей внучкой любимой. Но что могу сказать, это что такое вообще, как это может быть такое, что именно когда я должна возвращаться отсюда в Падово, каждый раз забастовка поездов, я должна менять день отбытия, день отъезда, каждый раз должна менять, подстраиваться под забастовку железнодорожников Италии. Я вообще в шоке. Но ничего страшного, это такова жизнь, есть иногда такие вот импровизы, надо подстраиваться. Зато вчера всю ночь было дождь, ливень, ветер, и всю ночь стучал этот дождь летний, и сегодня с утра такой свежайший воздух. Такое море спокойное, штили. Вчера здесь такие были волны. Я все равно вот здесь вот постояла. Я даже здесь не могла сидеть на камушке моем русалки. Потому что волны так били, брызги. Я боялась с помощью волны сильной упасть вот сюда, на эти камни. И стояла вон там, вон гидромассаж натуральный морской по ногам и по животу. Кстати, так сильно били волны по животу, что у меня уже два дня был этот шторм. Волны высокие, у меня два дня болит. Болят мышцы живота. Как бы побили мой живот волной. Вот такой массаж шатсу бесплатный. Короче, я не могу сейчас зайти в море, потому что море очень теплое, прозрачное, кристальное. Но, к сожалению, есть малюсенькие такие белые, 4 сантиметра медузы. Они почти невидимые, но я же близко вижу хорошо, я близорукая. Далеко не вижу, через 3 метра, а близко очень хорошо вижу, прекрасно читаю. Вот хорошо, что я близорукая. Вот была бы я дальнозоркая, представляете? Не смогла бы нитку в иголку вдеть, не смогла бы читать без очков. Я прекрасно обхожусь без очков. Вот такие вот новости, дорогие друзья, подружки. Я вот думаю, хотя бы последнее, сегодня что у нас, вторник, до субботы еще 4 дня. Хорошенько побыть на море. Я уже так загорела, конечно. Проснулась я сегодня в 6:30, потому что вчера от того, что был дождь, собака не хотела выходить на улицу пописить по своей нужде. И с утра у меня началась ансия, что тревога, что, может, он хочет в туалет. Пришлось мне встать, открыть ему двери, чтобы он вышел, наложить ему покушать. И такая, думаю, лягу обратно, посплю хотя бы до 8:30. Какое? Лежала, не могла уснуть. И думаю, ладно, уж теперь встану, подышу свежим натуральным воздухом, свежайшим, чистым после дождя. И вот сижу вот на море. Никого нет, одна я сижу. Всем, конечно, надоело, наверное, моим зрителям, подписчицам смотреть это море. Но я вам передаю позитив этого моря, чтобы все было так чисто, как сегодня. Чтобы наша жизнь была чистая, наши помыслы были чистые, наши души были чистые. Здоровье передаю, музыку у моря. Успокаивающе. Вот так вот. Вот что значит природа. Природа. Вчера здесь невозможно было сидеть, даже было страшно. Не то что сидеть, даже стоять. Даже стоя волны доходили до моего лица, до моих волос. Как бы бесплатный душ был, гидромассажный. А сидеть было страшно, что унесет волной. Вот такие вот дела. Видите, вот остались эти водоросли. Вот здесь вот маленькое пятно водорослей. Выжили. Всем пока, всем здоровья и добра. Надеюсь сделать очень много видео из Венеции. Похожу там. Сегодня моя консультантка из Шанель прислала мне
63 фото вещей, которые пошли на распродажу. В Шанели только обувь и одежда, и шали там, платочки, и как его называется, фулары, вот эти твилли и всякие украшения, бижутерия называется, да? Бижутерия или бижутерия, я не помню уже, ударение. Но такие цены, даже распродажа 40%, все равно дорогие цены. Например, сандалии такие красивые, красного цвета, без каблука, там с логами Шанель, 730 евро уже со скидкой. Это сколько они, наверное, стоили, да? Сколько они стоили? 1300 где-то, наверное, да, если 40%. Но джинсы не пошли на распродажу, потому что джинсы этого лета. На распродажу обычно идут, которые год назад у них было. Коллекции год назад. Не сейчас. Через год идут на распродажу. Но Шанель единственный бутик, единственная марка, которая осталась, которая делает распродажу на одежду, на обувь и на шелковые эти твилли и фуляр. И на бижутерию. Остальные марки никто не делает. Ну, делают в этом Фондако, Фондако де Дейтадески, там делают, даже на Лоеве, там они сказали, на Максма, ну, на все там делают распродажу. На Изабель Маран, на Ив Сен-Лоран, в общем, Виктория Бехем, Лоеве, Фенди, там много чего есть. Как же еще вот это вот, Феррагамо. Микс. Ну, рассказываю, да, что, оказывается, принадлежит свекру Тадеско. Фондако де Тадеско, оказывается, в Венеции принадлежит вот этому вот свекру Натальи Водяновой, которая вышла замуж за его сына. Очень красивый мужчина, конечно. Муж Натальи Водяновой, не свекр. Свекр уже очень-очень-очень мужчина элегантного возраста. Очень пожилой. Всем здоровья и добра. Тут-то набежали опять большие облака, немножко сероватые. Я подумала, пойду я лучше обедать. Пошла я, девчонки, обедать. Лодочники все на своем каяке. Ну что ж, набежали тучи, даже лодочки уплывают без парусов. Видимо, будет какая-то непогода. Девчонки, опять эти водоросли. Хотя сегодня прохладно, море бушует. И сегодня вечером будет ливень. И всю ночь до утра будет дождь. Посмотрите, сколько этих водорослей. Но я все равно вон там на мостике искупаюсь. Всем привет с Адриатического моря от Жасминки Казашки.